Началось с 2014 года, когда мы получили письмо из администрации, что наш дом аварийный и подлежит сносу. Причем, кстати, об этом мы не знали, как-то это нам было не сообщено. Вот, кто уж этим занимался и как, непонятно. Вот, и если мы сами его не, естественно, разрушим, как там было написано, то они, значит, под муниципальные нужды забирают это все, а нас на выселение. Вот. В 2015 году в связи с этим мы подали, естественно, в суд. Вот. Был суд, так как дом является культурным наследием, то решение суда это было отменено. И мы после этого, да, в августе после этого все равно администрация принимает решение, что дом остается аварийным, но уже подлежит не сносу, а реконструкции. Мы после этого тоже писали в прокуратуру и везде обращали внимание на то, что межведомственная комиссия и неполный состав, и, в общем, с нарушениями, там все в таком вот духе. Вот. И последнее, как бы в конце года мы получили от прокуратуры письмо тоже с тем, что они незаконно как бы приняли это решение межведомственной комиссии, исправить это, предложили администрации исправить это. Ну и мы как бы подуспокоились, и вот 8 лет прошло, ничего, все тихо, хорошо. До ноября 2022 года, вот, когда мы уже получили звонок, что нас выселяют, приезжайте и это самое... решайте, или вы деньгами берете, или куда-то чего-то. Вот. Поэтому нас это, конечно, не устроило. Сейчас мы все это написали вот Бастрыкину, в приемную президента. Вот. Плюс к этому сделали, заказали и оплатили экспертизу, и получили уже ее, уже свою нормальную экспертизу, бюро делало, где совершенно четко указано, что да, дом далеко не аварийный, он в работоспособном состоянии, но просто требует капитального ремонта. Ну вот дом, мы живем, чего его трогать, кому он нужен? Мы совершенно спокойно здесь живем нормально. Что это вот, кому это приглянулось, или чего ли? И просто совершенно непонятно, потому что я знаю, что есть действительно аварийные дома, действительно аварийные, и люди не могут добиться ничего. Мы здесь прекрасно живем, отопление, канализация, это самое, вода, все. Я не считаю этот дом аварийным. Я живу здесь 13 лет. Переехали сюда, поменяли квартиру. Я очень довольна. Конечно, были трещины, все, ремонт сделали, но на протяжении 13 лет никаких трещин новых, я имею в виду, не возникало. Если бы дом аварийным был, и, ну, как у нас там вообще пишут, что он расползается, падает, то есть были бы трещины. Никаких изменений у нас, маячки, когда мы приехали, маячки стояли. 2007 года так они стоят, то есть ничего не разрушено. Непонятно, кому выгодно наш дом и для чего.